62 шага к современному городу от Виталия Артемова – это комплексная программа развития Рязани. Люди – главный приоритет. В Центральном федеральном округе Рязань на ведущих позициях. Здесь выше объем производства, уровень средней заработной платы. По мнению Виталия Артемова, для дальнейшего развития города нужно решить 5 основных задач. Создание новых рабочих мест, повышение качества услуг во всех сферах, развитие комфортной городской среды, открытая управленческая политика и сплоченность городского сообщества. Основной источник городского бюджета – это налог на доход физических лиц. Рост доходов напрямую связан с увеличением количества рабочих мест и доходов населения. Ключевая задача – создание условий для появления нового предприятия и рабочих мест. Сегодня в Рязани реализуется ряд инвестиционных проектов. Это позволит создать более 500 новых рабочих мест. Туристический потенциал Рязани, по словам Виталия Артемова, может пополнять городскую казну на 6 миллиардов ежегодно. Еще одна возможность для развития – продвижение цифровых услуг. Инфраструктурно Рязани нужно еще 7 школ, особенно в районах массовой застройки. Две из них в Семчино и Олимпийском городке уже возводят. Требуют ремонта сегодня около 50% дворовых территорий и 38% городских дорог. Необходима реконструкция улиц Интернациональной, Новой, Есенина, Новоселова, Касимовское шоссе. На сегодняшний день самый сложный транспортный узел является путепровод на улице Вокзала. Уже получены технические условия от РЖД на расширение проезда по железнодорожным мостам. Разработка проектно-сметной документации и реализация данного проекта позволит увеличить количество полос для движения автомобилей, создать две дополнительные полосы. Второй кандидат на пост главы администрации Олег Штефан акцентировал свое внимание на близкой ему теме – качестве воды. По словам нынешнего руководителя городского водоканала, нужно комплексное решение. Важным приоритетом остается качество питьевой воды. Проблема воды поверхностного источника обусловлена обмелением и заиливанием реки. Требуется комплексная модернизация очистной водопроводной станции. В настоящее время ведутся работы по поиску эффективных технических решений и методов очистки. Рассматриваются варианты перевода Окского ОВС на артезианское водоснабжение. Для воды из подземных источников также планируется внедрение системы водоподготовки, так как она характеризуется повышенной жесткостью и содержанием железа. Качество воды может снижаться также в процессе ее транспортировки с изношенным водопроводом в сетях. Для этого в первую очередь требуется ремонт водоводов от Окской ОВС в сторону Октябрьского и Советского района и от Варковского водозабора в центр города в сторону Московского района. По итогам рейтингового голосования конкурсной комиссии Виталий Артемов занял первое место, Олег Штефан – второе. Результаты представлены в Рязанскую городскую думу. Решение примут депутаты тайным голосованием на ближайшем заседании.